Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я буду с вами в этом прогнозе погоды как телеведущая, и я заменяю вашу обожаемую Дженни, мою сестру. И сегодня буду развлекать, точнее, вам вот все, что там происходит, а для чего? Для того, чтобы вы завтра смогли, ну, в общем, подходяще одеться. Я же оделась подходяще для вас, теперь и вы для погоды. Это моя забота. Thank you.
Побежала вообще за другой камерой, быстрее в машину. И вот когда я уже в машине, все, я отошла. Ну, вообще, это было очень так интересный психологический даже мой опыт. Так что так, свою дозу оргазма я получила. Спасибо, что были со мной. Ай, лавушки.